Здравствуйте, меня зовут Рита Харланова, мне 6,5 лет. Я живу в городе Москва. Я занимаюсь в детской студии «Актер». Расскажи о себе. Я люблю маму, папу, и я люблю свою подружку Дашу. Она улетела, и я очень ее жду. И у меня скоро будет сестренка. Она родится в конце апреля. Ты ходишь на подготовку в школу? Да, хожу. Моя школа на улице Льва Толстого. И там всего 3 учителя и 3 класса. Когда мы с одной учительницей занятия заканчиваем, у нас перемена. Когда заканчивают другие детки, мы заканчиваем перемену, и мы идем в другой класс. Мы там занимаемся развитием речи, математикой, обучением грамоте. А какой твой самый любимый предмет? Математика. Почему? Потому что мы там решаем равенство, неравенство. Мы там учимся считать с двоечками. Еще мы считаем пример, отгадываем числа. Скажи, пожалуйста, ты любишь отдыхать? Да. А где ты любишь отдыхать? Мы летом отдыхали на Маврике, в Порт-Луи. Что вы там делали? Ну, там всего один большой бассейн. И там еще был детский клуб. Там очень было здорово, и у них всего там было 3 кабинета. Один для младших, а 2 для взрослых. Еще там был бассейн, на котором мы плавали. Мне мама, папа всегда брали мне купальник. И я познакомилась с преподавательницей, ее звали Семи, но я уже ее не помню. Скажи, пожалуйста, чем вас там кормили? Ну, там была картошка фри с кетчупом, там была пицца, там еще были разные соки, чай, кофе. И еще там еще были мороженое и фрукты разные. А что тебе там больше всего понравилось есть? Мне понравилось кушать картошку фри, пиццу. И на десерт люблю я мороженое. Почитай мне что-нибудь. Я прочитаю вам стихотворение. Про непослушного девушку. Хорошо. Ну прямо как маленький, все открывает. Зачем до обои в углу отрывает? Я деньги ему на подарок копил, а он его сразу на кресле забыл. Все стали пораньше, а он на кровати размежился в папином теплом халате. На него же бабушка грозно ворчит, а он вздыхает в ответ и молчит. Когда же зовет его мама обедать, вдруг начинает по комнате бегать, как мальчик на кухне в припрыжку летит и всем объявляет про свой аппетит. А после обеда ложится передний наш дедушка Такса, 12-летний. Он что-то понюхает, что-то лизнет, и чмок от слайс мой подарок грызет.